рады видеть вас на моем канале. Сегодня мы приехали в Икею в Казань. Мы хотим купить себе домой гардероб. Мы привезли гардероб домой, мой муж его собрал, и вот так вот он выглядит в готовом виде. Гардероб состоит из нескольких частей, и все они продаются по отдельности. То есть, если вы захотите купить вот такой вот готовый комплект, вам все равно придется набирать эти секции отдельно. Здесь есть вот такие каркасы с выдвижными ящиками. Все ящики тоже продаются по отдельности, стоят примерно 300-350 рублей. Вот эта вот часть с открытыми полками, как стеллаж, и две вот таких вот регулируемых штанги. Они тоже продаются по отдельности. Гардеробная система — это намного удобнее, чем шкаф, потому что в него у нас влезло ровно в два раза больше одежды, чем в шкаф такого же размера. Потому что здесь есть выдвижные ящики, вещей умещается намного больше, и лежат они аккуратнее. Мы собрали гардеробную систему и поняли, что обязательно докупим еще верхние вот такие вот корзины, потому что гардероб получился ростом с меня, и осталось очень много места под потолком. Как раз туда влезут 4 выдвижных корзины с обеих сторон, и можно будет поднять вот эту полотняную штангу, потому что сейчас она очень короткая, и длинную одежду приходится складывать пополам, чтобы она не задевала об пол или об соседнюю штангу. Минусов у этой гардеробной системы, на мой взгляд, нет, но есть два нюанса. Это короткое расстояние между двумя вот этими штангами. Если будете покупать тоже две, обязательно имейте это в виду. Их возможно закрепить только на каркас с ящиками. Если вы захотите поставить наверх каркас, вот этот вот каркас с открытыми полками, то к нему прикрепить штангу, к сожалению, не получится. И еще нас очень удивило то, что верхняя полка у этого каркаса вот такая вот узенькая. На ней можно хранить только какие-то узкие контейнеры, потому что лазить туда рукой глубоко не совсем удобно. В общем, мы просто безумно рады, что наконец приобрели вот эту гардеробную систему. И если вы тоже хотите такой, но вас смущают открытые полки, ее всегда можно закрыть шторками, как это, собственно, делают в Икее, или заказать у мебельщиков такие вот раздвижные дверки и поставить куда-нибудь в угол, и у вас получится практически целый шкаф-купе.